Друзья, у меня в руках музыкальный инструмент, ни много ни мало. Дудочка, сопилка, как говорят в Украине. Не знаю, свирель, может быть. Я не знаю, что такое свирель, но, наверное, вот в моем представлении вот это вот свирель. Сделана из бамбука, сделана в Индии. Как герои индийского эпоса, я не смогу, наверное, на ней сыграть, но звуки какие-то показать можно. Она очень легкая. Я думаю, детям, как игрушка. Вот, кто-то может приспособиться даже на ней какие-то издавать мелодии. Ну, в общем, какие-то ноты можно из нее получить. Я не пробовал, честно говоря, потренироваться, честно говоря, может быть, я и смогу что-то вам сыграть. Best quality написано, то есть хорошего она качества. Ну, я вижу, что она, в принципе, качество хорошего. Что тут может быть плохого качества, когда это просто, скажем, такая бамбуковая трубка, ну и с прожженными отверстиями для изменения, для модуляции звука. Спасибо.